как только профессионалы и эксперты отворачиваются, сразу начинается падение качества. Рынок отдается на откуп исключительно коммерции, то есть исключительно толпе, исключительно зрителю, исключительно массам. Какой же год был урожайный в таком случае? Именно этот год. Поэтому западные-то критики задумались, потому что вдруг они увидели, что наши картины уже выходят и выходят и выходят в прокат, то есть появляется какая-то новая страна на прокатном европейском, в частности, рынке, конечно, не американском. Можно все сейчас, но с другой стороны, ведь чуть что, так не дадут денег, у нас же все кино завязано, в принципе, на государственных грантах Минкульта. Есть две главные заповеди. Не парь, не грузи, и не напрягай, третья. И поэтому я давно бросил эту фразу, что вообще, конечно, самая большая беда сегодняшнего кинематографа — это продюсеры.